Скажите, пожалуйста, я прошла обряд сердечный, и пока никаких изменений нет. Нужно ли мне пройти СНГЯ-70 или скоро все будет хорошо? Спасибо за ответ. Когда проводятся вебинары, нужно всегда знать, что человек должен выбрать для себя два пути. То есть обычно человек должен выбрать для себя путь добра или путь зла. В случае, если человек выбирает для себя путь добра и хочет, чтобы в его жизни начали происходить события хорошие, то он должен знать, что ему необходимо быть проявлением доброты. Таким образом, питание для той энергии или той программы, которая была предварительно построена на обряде, который назывался сердечным, является ваше проявление доброты к окружающим людям и к себе. Видеть доброту, ощущать доброту, чувствовать доброту, понимать ее, транслировать ее. Именно поэтому обязательно сосредотачивайтесь на этом. В случае, если вы сосредоточитесь на том, чтобы ощущать доброту, то сама программа, в которой вы находитесь, начнет функционировать активно. Поэтому постарайтесь сконцентрироваться на этом, и тогда скоро изменится обязательно. В любом другом случае может быть приторможен вот такой вот эффект.